Привет, друзья! Меня зовут Валя. Хочу мати бадарсе панджоги забони Русі. Панджог дарс богам тей кардієм. Оферін бармо. Хуб гар дарсе панджом, му коли ми дурім мамулан, валі, тей чан дарсе охар, му коли ми не збатан за йод, дощім, басім руста с мім гелєфтам, ем тегон кунім, ем лобе навісім. Матніке баро емло міху нам басатхаму нізбатан нас діке. Валі мумкене базі каламот балат набошіт. Дарин сурат аслан негарон набошіт і нам хубе, агар є каламе ну очно, факал бошо нідан, сайку нід бенавісіт. Хуб, пас худкору вараку бекеліт, ва хаміналон богам бенавісім. Боре валь ман колле матмру міху нам баруетун, шумо факайт гуч бадіт. Бад ман ін матмру кесмат бе кесмат міху нам, то шумо бенавісіт. Ва хулосе баруун ки чек куніт, колле матмру боз ман міху нам. Ва хулосе матмру, худе матмру баруетун міорам, то нішун мідам, то шумо бебіні. Доросна вещі дьона, ва богам ін матнру тарджоме гам мікунім, то матмаєн бешім, ки гами чі фамілід. Хуб, пас берім ім лору бенавісім. Аваль колі матнру міхунам, шумо гуч бадіт. Сначала послушайте. Меня зовут Михаил. Я родился в Хабаровске. Мои родители и сейчас там живут. А я приехал в Петербург и поступил в университет на математический факультет. Я очень люблю математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать ученым. Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия – это новые места. Мне очень нравятся старинные русские города. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди. Новые знакомства. Когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал мне город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. Я не сомневаюсь, что он будет рад побывать на другом конце России. Хува алон хесмат ба хесмат михуна. Шумо бенависит. Меня зовут Михаил. Меня зовут Михаил. Михаил. Я родился в Хабаровске. Я родился. Я родился в Хабаровске. Я родился в Хабаровске. Мои родители и сейчас там живут. Мои родители и сейчас там живут. И сейчас там живут. Мои родители и сейчас там живут. А я приехал в Петербург и поступил в университет на математический факультет. А я приехал в Петербург.
А я приехал в Петербург. А я приехал в Петербург. И поступил в университет. И поступил в университет. На математический факультет. На математический факультет. На математический факультет. А я приехал в Петербург и поступил в университет на математический факультет. Я очень люблю математику, поэтому с удовольствием учусь. Я очень люблю математику. Я очень люблю математику. Я очень люблю математику. Поэтому с удовольствием учусь. Поэтому с удовольствием учусь. Поэтому с удовольствием учусь. Я очень люблю математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать ученым. Я хочу стать ученым. Я хочу стать ученым. Я хочу стать ученым. Но у меня есть еще одно увлечение. Но у меня есть. Но у меня есть. Еще одно увлечение. Еще одно увлечение. Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Я очень люблю. Я очень люблю путешествовать. Путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Путешествия – это новые места. Путешествия – это новые места. Это новые места. Путешествия – это новые места.
Мне очень нравятся старинные русские города. Мне очень нравятся старинные русские города. Мне очень нравятся старинные русские города. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. Я решил учиться в Петербурге. Я решил учиться в Петербурге. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. Потому что это очень красивый город. Потому что это очень красивый город. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Это не только новые места. Это не только новые места. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди. Но и новые люди. Но и новые люди, новые знакомства, новые знакомства. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди. Новые знакомства. Когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Когда я приехал в Петербург, когда я приехал в Петербург, Когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, чтобы поступать в университет, чтобы поступать в университет. Я познакомился с Сергеем. Я познакомился с Сергеем.
Я познакомился с Сергеем. Когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал мне город. Он показал мне город. Он показал мне город. Теперь он мой лучший друг. Теперь он мой лучший друг. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. Каждый год летом. Каждый год летом. Я езжу домой. Я езжу домой. К моим родителям. К моим родителям. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. В этом году я хочу. В этом году я хочу. Чтобы со мной поехал и Сергей. Чтобы со мной поехал и Сергей. Чтобы со мной поехал и Сергей. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. Я не сомневаюсь, что он будет рад побывать на другом конце России. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что он будет рад. Что он будет рад побывать. Что он будет рад побывать. Побывать. На другом конце России. На другом конце России. На другом конце России. Хуптамум алон бос колемандру михунам шумо чекунит. Меня зовут Михаил.
Я родился в Хабаровске. Мои родители и сейчас там живут. А я приехал в Петербург и поступил в университет на математический факультет. Я очень люблю математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать ученым. Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия – это новые места. Мне очень нравятся старинные русские города. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал мне город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. Я не сомневаюсь, что он будет рад побывать на другом конце России. Хуб, алон, матну, баройтун, миура, лабога, дарджома и шмикуним. Хубалон матндру тарджумэконим. Джумле аваль. Меня зовут Михаил. Я не эсмаман Михаилас. Михаил е эсмамардонес. Я родился в Хабаровске. Мандар Хабаровск бадуньё умадам. Хабаровск е шар дар кэсматы шаркие Руси. Ес наздике жопоны. Ва наздике чины. Ва родился. Я не маздараш миша родиться. Родиться. Я не бадуньё умадан. Бади, мои родители и сейчас там живут. Валидейнам, алонхам, унджо, зиндегимикунан. Я не дар хабаро зиндегимикунан. И сейчас я не алонхам. А я приехал в Петербург и поступил в университет на математический факультет. Ваман бе Петербургу мадам, ва бе вореда дунишго шодам, бе дунишкады риози. Хуб, поступить в университет, я не вореда донишго шодан, поступить в университет. Ва донишкаде миша факультет, факультет. Математический, я не сефат аз эсме математика. Математика, я не риози, ва математический, я не сефатэш, хамрешеш. Бади, я очень люблю математику, поэтому с удовольствием учусь. Я очень люблю математику, я не ман риози хейли дуздора, поэтому с удовольствием учусь, бароя хамин, поэтому, бароя хамин бокамоле мейл дар смихунам. С удовольствием я не бокамоле мейл. Хато масалан каси бетун пишне год, микуне корик хонит, вашумо михоет му фэк бешит, митунит бегет бокамоле мэйл, я не с удовольствием. Маслан бетун пишне год, микуне джой берит бога, шумо митунит бегет с удовольствием. Хубади, я хочу стать ученым. Я не ман михом, дониш ман бешам. Я хочу стать, я не ман михом бешам. Ва ученый дар подежи ек, я не донишманд. Инжо дар подежи панч харор гелевсе кебеш ханус нарасидим. Хуб, ученый я не донишманд. Но у меня есть еще одно увлечение. Вали ман е алокаманди дигехам дорам. У меня есть я не ман дорам. Увлечение я не алокаманди. Увлечение. Вабат тузи миде чи алокаманди. Я очень люблю путешествовать. Ман сафар карданру хейли дуздорам. Ман хейли дуздорам мусофрат кунам. Хуб пас путешествовать, я не сафар кардан. Путешествовать. Путешествия – это новые места.
путешествие, я не сафарго. Путешествие, бо ето хар мише сафар. Инчодер холати джам карор гельте. Путешествие, сафарго, я не джого и джадид. Новые места, джого и джадид. Сафарго, я не джого и джадидас. Мне очень нравятся старинные русские города. Шархое Кадемия Рус Хейли Хушам Мийот. Мне очень нравится Хейли Хушам Мийон. Старинный, я не Кадеми. Дарбурея Джогой Торехи Интурима Мулан Мигим старинный. Вали агар дарбурея чизи о дике сенеч болос михоем бегим Кадим, будет бегим факат старый. Старинный факат дарбурея Джогой Торехи митуним бегим. Хуп. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. Я решил учиться в Петербурге. Я не мантас мимгелевтам дар Петербург дарс бехунам тасилькунам. Я решил учиться мантас мимгелевтам тасилькунам. Потому что это очень красивый город. Чун, потому что я не чун, ин... Шахре Хейли Кашангиас, потому что это очень красивый город. Чун ин Шахре Хейли Кашангиас. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Сафарго нафаха джохой джадидас, бальхе афроде джадид, ошной хой джадид хамхаст. Хуп. Не только, но и, я не нафагат бальхехам. Инмиша не только, но и. Хупас афроды джадид, я не новые люди. Ва ошно ихо, я не знакомство. Новые знакомства, я не ошно ихо и джадид. Е ошно и миша знакомство. Ото хардоре, харфа о. Валенчо дар холати джам миша знакомства. Бади, когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Когда я приехал в Петербург, я не в акте Петербург умадам, в акте умадам Петербург, чтобы поступать в университет, бароя онки до хеле донишгох бэшам, вореда донишгох бэшам, я познакомился с Сергеем. Ман бо Сергей ошношодам. Хупенчо Сергей боз эсме мардоне дар подежи панч боз карор гелевте. Я познакомился с Сергеем. Ман бо Сергей ошношодам. Он показал мне город. У бехем шару нишундот. Мне, я не бехем. Он показал мне город. Теперь он мой лучший друг. Акнун у бехтарин дустеманас. Мой лучший друг, я не бехтарин дустеман. Лучший друг, я не бехтарин дуст. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. Каждый год летом, хар соль дарто бестон, каждый год летом я езжу домой к моим родителям. Ман хунеем. Пише валидейна мирам. Хуб, домой, я не хуне ба унвоне максад. Миша, домой. Хуб, я езжу домой к моим родителям. Езжу, чун, альбате бо василейна клее мире, ехэс маты дигей Русия. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. Ман михом я хочу, ке эмсоль Сергеем богом бьет, я не Хабаровск бьет. Хуб, инчом лейкам пишрафтатаре пас зьет таки качными коним. В этом году я не эмсоль. Ман михом ке эмсоль Сергеем хамрогом бьет. Я не сомневаюсь, что он будет рад побывать на другом конце России. Я не сомневаюсь, я не манщак надорам, я не сомневаюсь, что он будет рад побывать на другом конце России. Ке у хуш хольхуат буд, бе энтегое дигей Русье бере.
Он будет рад, я не ухуш хорхуат буду. Другой конец России, я не эндегой диге Русие. Чун Петербург, ке он джота сильмикунанша, кесмате карби Русие хас, дросте ва Хабаровск ватанеш, кесмате шарки Русиес. Пас Миша, другой конец России. خوب دوستان امیدوارم که بیشتر املو رو درست نوشته باشید و اگر حتی چیزی اشتباه نوشتید اصلا نگران نباشید چون واقعا بعضی بخش خوش از اون چی که بلدیم سخت‌تر بود. Если вам понравился этот урок, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и расскажите о нашем канале друзьям. Увидимся на следующем уроке. Всем пока, всего доброго!